think the girls with their nails done now. Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас сегодня утренний обзорчик акций. Что у нас изменилось, что есть? Вот, кстати, атака фуртов. Что там по БГ у нас? Первое место, отлично все. Так, атака фуртов. Зарегались, поехали дальше. Смотрим, что сегодня по рынку. Мэри за полпака. Остальное такое себе. Ну, сундуки начали продавать на русском сервере. Довольно-таки нормальное количество уже, наконец-таки. Так, супер набор. Супер набор. За один самоцвет. Забрали. Накопление. Ну, накопление. Относительно. Так, окей. Не влазит, все как обычно, как обычно. Так, кого я там качал, я не помню уже. Землеройка, ворожей у нас прокачанный, оккультиста. Качаем оккультиста. Так, есть, забрали. Парящий. О, отлично, огонь. Сундучок. Ну, конечно, лучше бы падало божество, это было бы веселей. Так, разбиватель. О, нифига себе. Ну, это надо делать. Блин, ну, это, конечно, на всех аккаунтах это нереально, эти все выполнить задания. Надо, блин, целый час потратить, чтобы по всех аккаунтах побегать. И затащить всех полностью. Короче, гемор очередной. Так, окей, поехали дальше. Парящий фонтан, это закрыто. Смотрим здесь подарок. Субботы. 300-300. Мастер, магическая пыльца. Камень судьбы. 50 ящиков Валентины. Так, день замка владельца. Войди в игру. Что там у нас сегодня? А, я, кстати, последний день провтыкал как раз. Ну ладно, в принципе, он не особо важен. Так, пакет накопления, супер набор, ежедневный бонус. Это все донатное. Охотник за богатством. Неплохой охотник за богатством. Кстати, я у себя был гифт-карты, повытаскивал отсюда. Довольно-таки интересная тема. Потом на Амазоне можно что-то забрать. О, заканчивается через 46 часов. Вот так вот. Так, хорошо. Большая выгода, понятная. Сокровищница. Ну, как обычно, на русском сервере нету. На некоторых дают отсюда зефир. Это прикольненько. Так, настолочка. Что у нас на столочке? Лис. Лис выше, чем божество. Да ладно. О, нифига себе, три сундука. Странно как-то. Они, наверное, что-то перепутали. Магическое есть. Это купонище. Да, купонище на русском сервере. Я вчера показывал на английском его. 500 апекс камней. Огонь. Отлично. Ну, что я могу сказать. Это и обожание героев. Ну, оно вчера еще было запущено. Так, есть. Итого, я вам скажу, очень даже офигенное утро. 500 апекс камней, а у нас вот это вот. Красавица, недокачана. Я не знаю, правда, мне книг, наверное, не хватит. На максималку. Скорее всего, да. Но 28 мы вкачали. Недостаточно книг. Но теперь есть шанс докачать до максималки. Так, окей.
поехали на другие серваки и вернемся сюда на основной аккаунт. На нем заролим утреннюю угадайку. Поехали на английский сервак, глянем, что там интересного есть сегодня. Кстати, там давно уже не было базара. Шоппинг спри. Так, божество. Ну, стандартные паки, как видите. Ну, вот этот вот пак самый нижний добавили. Это реально тема офигенная. Значит, будет скоро супер питомец в обнове. 100%. Так, карточки. Нифига такого интересного нет. Аккумулейшн. Вот, пожалуйста, бард накопления. Вообще огонь. Так, гифты. Поехали дальше, смотрим. Он спиннер. Вот тот же самый купонище. Я вчера его выиграл. Ого, нифига себе, девятая эмблемка. Фортун Хантер. Понятно. Олени. Вот есть. А, это не ту спри. Настолочка. Карточки смены. Ну, я вам скажу, довольно-таки неплохие темки есть. Обожание. Ого, нифига себе, мы уже обожание закончили на английском сервере. Вот так вот. Жестики. Орбы, хамкамин, аккумулейшн, бонусы, байгемс, плант, лаки, проспектор. Нифига себе. Коллекционер даже есть. Ну, 100к кулаков и 100 слизней, правда, за синие герои. Ну, тоже неплохая тема. Так, есть дискаунт у нас, правда, монеток нет. Что-то поменяли здесь. Нет, такой же, как и был. Заберем коробочки. Нам надо красные кристаллы, кстати, на этом аккаунте. Нифига себе. Сегодня прям раздача десятых рун таланта. Прикольненько. Еще одна пятая. Нифига себе прет. Я вам скажу, неплохие выходные получились по плюкам. Поехали на немку. На немке, кстати, не было набора за один самоцвет. Самое странное. Сразу себя перетащу. Для утренней хватайки. Так, смотрим, что у нас на немке творится. Накопление. Нету. Кстати, нету. Так, сегодня последний у нас день календаря. Забираем, что там у нас на 15-й день. Или они хотят сказать, что он не откроется. Ну, давайте заберем последние плюхи, хоть посмотрим. Так, ну и вы откроетесь или нет? Есть 20-й день. Наконец-то единственная акция, где я все 20 дней собрал. Так, бычок. Там нам в рейд надо сбегать или на подземке. Да, три раза в рейд надо сбегать. Блин, как здесь не хватает исцеления и Фрейя. Просто писец. Чиньки.
Так, вход мы сделали, это сделали. Плюхи позабирали. Так, что мы там получили? 10. А, 20 этих, 20 камней, офигеть. Вот это реально крутой подарок. Почему крутой, думаю, многие из вас знают. За эти камни потом можно нанимать. Есть шанс получить халявного зефира. Вот так вот. Так, с этот есть. Поехали еще Тайвань чекнем и вернемся на русский. Я сейчас видос как раз посмотрю. Так, что у нас тут? Накопление бар тоже есть, половинка, правда, божество в накоплении. Вчерашний набор, такие наборчики. Здесь ничего такого особенного, халявного нет. Вот здесь, короче, дают дофигища этих перков для прокачки. Да непонятно, что выкинуло нам. Так, ничего нового нет. Окей, поехали на русский сервер. Сейчас перейду на аккаунт. Так, что там у нас комментарии? Вытаскиваем спам. Вчерашний видос, утренний купон. То есть и этот видос тоже участвует в следующей угадайке, поэтому не втыкайте, ребят. Так. Чик, студеный шаман, шаман. Вот так вот. Так, комментарий открыл, Ctrl-F. Шаман, синяя слизнь. И тебя с ним, Святого Валентина, спасибо. Два синих слизня и шаман, немножко наоборот. Чуть-чуть наоборот, фиолетовый снизь и два шамана. А в общем, ребята, кидайте, пишите комменты на угадайку под этим видосом, и у вас будет шанс. Правила конкурса есть на стартовой странице. Всем удачи, всем пока.